Более 6 тысяч человек успешно прошли уроки финансовой грамотности. Проект «Карсыз Коғам» реализует партия «Аманат» совместно с «Халықбанк» и ассоциацией «Лодала». Эксперты рассказывают о том, откуда берутся финансовые проблемы, как уменьшить количество кредитов и уберечься от финпирамид. Участники также получают практическую помощь юристов. Чтобы записаться на курсы, необходимо обратиться в ближайший филиал «Аманат». Следующий этап занятий начнется 29 мая и продлится 5 дней. Обучение проходит очно в группах до 50 человек. К нам на обучение люди приходят, как вы уже заметили по статистике, разного социального статуса и материального достатка. Вот суть нашего проекта «Карсыз Коғам» как раз-таки заключается в том, что финансовая свобода и стабильность, она не зависит напрямую от того уровня дохода, который ты получаешь. Первый шаг, который мы проводим со своими участниками, мы проводим аудит семейного бюджета. Каждый человек пишет, на что он тратит свои деньги. За май месяц у нас обучено 6120 человек.